А какой квест в 25-ке? Чему? Кому-то можно плюс одну часовую пати дали. Поймай большого, пока он не убежал. Сейчас 10 секунд зайду. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет народ. При истории мы будем героями, не лицом уже. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земной плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Че там бой сказал, не обосремся? Ну. Это такое было, да. Минус 3, да? А мы еще даже в коридор, блядь, не зашли. А мы даже еще ребро не начали. У нас одного танка нет. А где он? А, уже писал, что 10 минут. Да. Я понял. Посадите что-то в трахани. Скрыть его было очень трудно. И я подверг его ужасным мучениям. Он так долго... Схил в коконе стоит, всем похуй. Вы там не откиснете? Откиснем. Притащите могу. Пить. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Я где Биг Дэм, где Бидон? Thank you.
уже достаточно таких предметов. Пока не будет провиста. Ну охуеть. Надо рависта кикнуть. Да, без кулака прикольно. Только-только подошел. Писал же, что отошел в туалет. Выйди. Да, Рубин, тебя летит. Я уже успел шипи сдохнуть, пофиг. Пыши. Позади чуть-чуть шип. Бейте шип. Bone Spike Cast. По канцелятору дайте, пожалуйста. Блять. Сову слева разбейте. Да. Ленгрен, если у тебя там КД есть свободное, тыкни сальву в этого канцелятора. Bone Storm Cast. Беги, малышка, беги! Шелфир, дайте. Третья пати. Он справа. Сзади печеньку снимайте. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. А чё у нас? Не, твой, да. Здесь, потому...
потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь фильм... Рависту потекиньте, он же тут. Да. Я тут, да? Я походу буду ставить минуты. Мини-ДК возьми трэш следующий. Трэш бьёшь. Биг Дэм тоже. Спасибо. Это трэш-шкаф поставьте. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Самое смешное, что после того, как вы меня кикнули, он меня тут же посадил на шип. Кожа, мускулы, кровь... Пикните на шкаф кто-то. Не на всех. Ну да, кстати. Там их пока стоит дохуя. Спасибо большое. Подошли все такие. Я еще думал, говорить, нет, так я знал, что есть шанс сдохнуть. Дотки накинуть надо было. Отойдитесь. Бля, Мак, как дела? Опа, Вален, как дела теперь? Да, вообще похуй, просто жестко. Мини-ДК? Он вышел. А-а-а. Всё нормально. А что-то метка под конец исчезает? Давайте сумон, ребаф, да, кого надо. По кулачок можно? А, там крикнап. Ну ладно. Так у нас ревиз. Ну лучше вообще, да. Кулачок кинуть. Подольше висеть. А вояка пусть на хп. Так, мини-ДК давай справа, а я слева. Справа, слева это если на босса смотреть? Ну, конечно. По ходу движения. Самое
Не убейте, блядь. Один хуй добил. Бей своих, чтоб чужие боялись. У нас одна тактика, и мы ее продерживались. Мини-ДК там слишком много. По крайней мере, ДХМ это пиздец будет. Давайте переводим. Не просили. Геру дайте. Быстренько завалим. Spirits. А он же вроде 25 таун, нет? Да. Пошел фир, дайте салют. Spirits. 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 Может подниму. Мастер, есть не Нарлина? Spirits. Катрисия читалка. Ну уже добили, не надо ничего. Да бидона, блять, только не добейте. Призраки, призраки идут, ловить, ловить. Это деду надо. Подсколок. А, это Кристал. Мы кому-то души фармим? Да. Нет, просто мы их всегда убиваем здесь. У вас есть план вайпнуться? Кто-нибудь может посмотреть, можете вытащить как раньше полную пати фрейма? То есть когда открываешь рейд. А зачем тебе это? Хочу хилов вытащить и видеть, сколько у них. Ты сейчас нормальный сирусовский, посмотри, поставь. Да. Там все ставишь и ману видно, все, вообще все видно. У меня занята та половина. Я и так тут всякую херню перекидать. А сейчас нельзя, наверное, так делать. Ну да, я думал, может он меня гличит. Сак-сак. Плюс ты, если оставляешь одну пати, она именно только пати показывает. Нет учета маны. Мы будем биться со смертельным врагом, Лактарагар. Только если камень.
Я, короче, Мурадина потанчу. А где надо хилам стоять, чтобы это тебя хилить? На нашем корабле. Ну, типа, пройдешь пушек? На нашем корабле. Левые две пушки видишь? Да, да. Вот справа от второй пушки встаешь, и отсюда захиливается свет. Вот тут вот примерно? Да, да, да. Вот. Ну, понял, спасибо. 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! А чё, пушку одну сломали уже? Или не... Нет, в неё не залез никто, потому что, да, никто не стреляет с пушки в очугань. Я пошел уже. Что-то меня пингует. Все на месте бегут. Плюс так много, трэша вообще нет. Дотянешь? Не знаю, нет, наверное. А может я дотяну? Оверхилич. Да, в принципе, протяну. Сейчас полтинник прожму. А ты на себе щиток вообще не кидаешь? Свой считаю, почему? Священный? Ну да, 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 да. Да он мало с ним это поглощает. Ну, я бы не сказал. Не, ну да, кидаю. Сколько? 1900 поглощает. Ну вот смотри, я на тебя кинул, он 55 кусков за этот. Так, что там, кто из хилов в ДД будет? Или все хилы чисто? Чё, ну давай это, в ШП ебану. Давай, побыстрее убьем. У вас, не забывайте, что один хил довесок. Да.
Ну это событие. Это обычка. Вообще вайпнемся. Ну ничего страшного. Скажем, что войда нет. Давай, мини-ДК, ты первый танчишь. Я потом перегагрю. Слышишь? Угу. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Ну, судя по тому, что есть даже первую половину ХМа 25, можно спокойно в тишине. Не напрягает. Сколько там до запуска? 15, 16, 15, 14. И чист. Сегодня смотрю на леди. А Гера спула будет? Не нахуй. Должна быть спула, по идее. Че, не забираешь? Да я забрал. Только агро у меня не хватает. Дерево там флексит, совсем скучно. Этот босс чисто, чтобы ДК камерить, да? Ну да. Получается. А, подождем реворка. Не, вон шалфирчик. Будут паладины мерять. Камни. Можете почилить сейчас.
похороним тебя, как подобает. 21 показывает. На гранде, рядом с матерью и предками. Может стать. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Комбат ищет. Это у тебя 4-4, да, Войт? Диспел. Диспел. У меня какие-то эскизы. Спасибо. О, колокольчик упал. Боешки начали падать.
Там сзади трэш. Ловушка от тебя. Мини-ДК давай, ты первый. У тебя агро получше набирается. Когда реворд вступит в силу? Непонятно. Стал на зиру, блядь, жду. Так его только начали делать. Что-то там, блядь, сказали. Я больше чем уверен, что у них процентов на 80 уже все готово. Шкаф поставьте. Сейчас мелкие доработки, может, на следующем КД. А где про изменения прочитать можно? Сейчас ссылку скину. Они говорят, 2 недели назад что-то там нашли, дадут. Пока что нихуя вообще. А есть масло у кого? Ладно, без масла будем бить. Подмили одну, подмили одну. Быстро. Алло. Там жопа. Ладно. Ясно, понятно. Да. Хули циферки смотрят, наверное. Бля, два брата акробата. Две совы, бля. Обнова, что, новая Викаура ломает? А что такое? Мне не показалось, что я так...
То есть я вижу, если ДКшки дают эту, то его хуй. Но свое я не вижу. Какая облова. Пожалуйста. Спор как будто и нету, просто все стоят. Пофиг, да? Здесь добиваем уже. Ну. Мини-ДК на боте, а я слизней положу. Ловушка. Вот я с пола чуть-чуть отойду на пару минут и прибегу сразу. После пола или с пола? Ну вот пульнете, я быстренько отойду и прибегу. Интересно. Ну да. Ну просто позвали, очень надо. Вот рыбёху поставь. А, можно, кстати, рыбу. Бля, поделитесь квестом, пожалуйста. А он не шарит. Не, шарится. Почему не шарится? Нет. Квестом на что? Шарится только в том случае, когда нет. Ты его берешь. Он предлагается всем пройти. Ну вот мне просто расшаривать, да. Кто-то брал. Ты его расшарить не можешь. Ты то так хуячишь. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Кто не взял такой? Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Да не дисплей. Потому что так.
Ниламорт сдох. Но есть и отличные круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Войт квест брал? Я так понял, короче, в этих мешочках сейчас чисто, блядь, драгоценные камни, да? О, БКшные камни, вот да, что-то, блядь, просто попадают. А, ну и БЕшка еще. И с Аниксией теперь тоже БКшные камни падают. Прикольно. Надо Аниксию тоже фармить. Мешок Unroll, да? Угу. О, поставите. Угу. Почистить надо. У Вани скинули, блин, грубо.